друзья, смотрите, мы уже почти довязали борта для нашей шкатулочки. Сейчас довязываю последний ряд соединительными столбиками. Так, соединительный столбик в петлю на дне. Вот что у нас получается. Такое, не знаю, солнышко. Назовем это солнышко. Теперь нам нужно соединить вот эти вот два края. Будем делать это соединительными столбиками. Вводим сюда. Вводим крючок в другую сторону. Захватываем нить. И все, и соединительный столбик. Давайте еще раз. Петля с этой стороны. Петля с другой стороны. Захватили нить и соединительный столбик. Давайте до конца ряда сделаем. Соединим эти две половинки. Так, смотрите, мы соединили. И практически совершенно незаметно, где у нас вот здесь у нас стык соединения. Это основное полотно, практически незаметно. Так, еще сделаем соединение. Так, теперь нам нужно собрать вот эту вот верхнюю часть нашей тыковки. Для этого собирать будем соединительными столбиками. То есть смотрите, вот есть у нас ребрышки, да, вот мы цепляемся там, где вот смотрите, вот это выпуклая, а это вогнутая часть. Вот мы будем цепляться за вогнутые части. Вот так, раз, и соединительный столбик. И у нас как бы собирается тыковка. Вот это вогнутая часть, вот вогнутая часть. Опять заходим в вогнутую часть и делаем соединительный столбик. И вот таким образом у нас тыковка должна собираться. Давайте еще раз покажу. Вот у нас выпуклая часть. Вот вогнутая часть. Заходим в вогнутую часть. Смотрим, чтобы вот здесь у нас петля была короткая, вытянутая, не вытянутая. Чтобы тугая получилась у нас вязка. Вот. Опять выпуклая, вогнутая. Заходим. Давайте самостоятельно сделаем по кругу и встретимся. Смотрите, мы сделали соединительные столбики по периметру, собрали тут верхний край
И для придания жесткости вот этой вот части, и еще раз проходим соединительными столбиками, уже по тем столбикам, которые мы вязали. Вот сейчас сделаю последнее. Вот, и теперь вот у нас соединительные столбики. Мы вяжем за заднюю петлю этих соединительных столбиков еще ряд соединительных столбиков. В одном предложении 4 раза сказала соединительные столбики. Ну, в общем, вы поняли, да? Вот у нас по периметру есть ряд соединительных столбиков. Вот они. Сейчас по ним опять проходим, то есть в каждом ряду, в каждую петлю вяжем тоже соединительный столбик, только вяжем за заднюю полупетлю. Вот за заднюю полупетлю. Давайте довяжем до конца и встретимся. Связали второй ряд соединительными столбиками. Видите, у нас такая косичка получается по периметру. Можно, в принципе, еще один ряд связать соединительными столбиками. Я, наверное, свяжу. Ну что, смотрите, что у нас получилось. По-моему, очень красиво. Вот видите, у нас идет косичка, а потом еще две линии. По-моему, очень красиво получилось. На этом этапе мы можем отрезать нить. Закрепляем. И прячем. Смотрите, вот здесь, когда мы вязали дно, я не очень туго затянула, и у нас осталась дырка. Но если у вас тоже дырка осталась, не переживайте, просто возьмите нить и крест-накрест вот так вот зашивайте. Все будет нормально. Вот у нас шкатулочка уже почти готова. Здесь вы можете прямо засунуть палец и придать нужную вам форму. Можно такую приплюснутую сделать, можно сделать более высокую, с меньшим диаметром. Вот. Теперь мы будем вязать шляпку, крышку для нашей тыковки. Она будет смотреться вот так. Красота.